как ты вешаешь, за плавник, да? За верхний? Да, это рядом. Метра 4 здесь, да? Она тут явно. Так хорошо найти на выходе из ямы тоже. Ловится. О, шук-то? Да. Ну вот она тут это и есть, она. А, тут яма. А вот точно в той следующей, там уже, блядь. Яма, блядь, глубоко. Двадцать сантиметров, да, примерно? Двадцать сантиметров, да? От дна. Ну, больше. Ну да, где-то вот так, ну, 20-30. Блин, тут леска даже не разматывалась. Глубоко тут. Что там? Первая поклевка. О, о, первая щука в этом году маленький. У меня. Нормально, маленький. Вот это уже рыбалка удалась. Даже если ничего еще не клюнет уже. Сколько примерно весит? Да нет, там 700 маленький. Прячь, чтобы рыбаки другие не видели, а то сейчас сразу обсверлят. Все, хирургический инструмент. Положи ее куда-нибудь, чтобы не видно было. Это только начало. Сандр поймал, реабилитировался за прошлый день, вчерашний. Вытащил щуку, 4 килограмма. Оправдал свою кличку убийца щук, да. Да, огромный щук. Как поймал? Да как? Мучился. Туда-сюда гонял ее. Ну, чувствовал, что тяжеленький. Тихонечку и багориком потом я ее это. Молодец ты, большая рыба. Ну, удачи еще раз, чтобы поймать. Да. Александр, вы поймали самую большую рыбу в своей жизни? Или были уловы еще больше? Будем стараться еще добывать. Ну, молодец, удачи.